Всем привет, с вами Леви Геймс, это Roblox Tower Defense, и это люди, четвертая ночь с рандомами. Сейчас посмотрим, насколько можно вообще с рандомами куда-то дойти. Так, смотрите, у нас уже пока начало вроде бы хорошее. Давайте смотреть, что мне придется ставить тогда токсичного, я так думаю. Давайте, наверное. Как его можно вообще вот сюда поставить? Ладно, давайте я вот сюда поставлю токсичного. Вот так. Здесь у нас один и тот же ставит, одного нету. Один, я надеюсь, спустится. Пока неизвестно, спустится он с небес или нет. Ну-ка здесь пока, как мы? Ну, более-менее справляемся, наверное. Главное, чтобы чувак не вылетел. Чувак ведь может вылететь, правильно? А один вообще ничего не ставит. Мистер Саня. Ну, в принципе, я не удивлен. Он может быть... Нет, он может копить. Давайте подумаем. Что он копит на миниган, правильно? И сейчас он его поставит. О, чувак приземлился, наконец-таки. Это хорошо, что хотя бы не вылетел. Ну, в принципе... Да, здоровье... Да, миниган, значит, хорошо. Это уже отлично. Это вот чувак, который спустился с небес, да, получает? О, еще два минигана. Нормально, мистер Саня, значит, молодец. Поставил хорошо. Все отличненько. Теперь у нас... Так, самое главное, знаете, что еще? Чтобы у нас было что... Ну, диджей, чтобы был. Это самое главное. Давайте вот так напишем. Все, написали, что у меня есть. А у этого чувака нет, у мистера Сани, правильно? Не особо хорошо. Если не сказать, что плохо. А у других есть, я надеюсь. И у мистера Сани, я надеюсь, есть хотя бы что-то посерьезнее, чем миниган. Потому что миниган-то самый-самый такой это, бесполезный из бойцов. Ну, посмотрим. Давайте. Здесь что у нас пока? Как что-то пишет. Да, только... Только один мини получается. Так, смотрите что. Нам еще надо воздушных как-то сбивать, правильно? Ну, вот этот чувак же должен тоже миниган иметь. Раз он тут поставил... Таких чуваков, наверное, уже накопил хотя бы. Ой, не на миниган, а на ускорителе. Но, может быть, чисто повезло ему пройти четвертую ночь, поэтому не накопил. Так, ну ладно, мы с вами что пока делаем? Пока просто смотрим. Думаем. Так, самолет пошел. Это хорошо. Пригодится. Это как раз против летающих. Я тогда, смотрите, что делаю. Немножко подкоплю и поставлю вот этого. Мне кажется, будет оптимально, потому что нам с вами железяк надо чем-то валить. Ну, тут самолет должен бомбами, и мой вот этот вот должен тоже валить. А пока мы с вами смотрим. Так, давайте вот так на ближайшую цель. Теперь вот так. И вот так. Ну, хотя бы так. Так, теперь давайте смотреть, что делаем вот так вот. Ускорители поставили. Нормально. И вот этого потом, я думаю, завалим тоже. Так, но смотрите, нужно еще против... В принципе, вот этот пилот, я думаю, летающих сможет завалить. Нужно еще рейнджера будет обязательно поставить. Тогда бы после вот ускорителя я бы рейнджера взял. Было бы шикарно. Мы пока с вами копим на первый уровень ускорителя. Здесь пока смотрим, что тут вообще происходит. Чуваки выходят. Нормально, пошли солдаты железные. Такие, смотрите, заведенные. Их там завели хорошо, вот они и пошли. Обычно, кстати, люди, вот вам нет такого, что кто обычно чаще всего в чат пишет и играет обычно фигово. Может, я не прав, конечно. Ну, посмотрим. Так, давайте-ка сделаем вот так вот.
Но обычно, чем чаще пишут в чат, тем хуже играют. Вот так. Такая зависимость. Что-то обычно командую, там что-то типа и сюда, ставь это, нам нужен то. Вот такие обычно очень плохо играют. То есть, чем больше они пишут, тем больше они что-то советуют, то, соответственно, хуже играют. Так, ну что, здесь уже плохо. Чуваки проходят, ну вот здесь, ладно, здесь их точно завалит мой, но должен, по крайней мере, завалить. Хотя не факт. А, вот, наконец-таки, хотя бы бомбы появились у этого чувака, это уже нормальный, кстати, третий уровень. Хорошо. Ждем пока, что тут у нас. Призрак пошел. Так, давай, давай, давай. Надо вот этого быстренько завалить. Вот, и сюда по призракам. 1200 надо еще. Нормально. Так, все, завалены. Те завалены, теперь только призраки. Второго... Ну, нормально, миниганы второго уровня. И их много, так что это, в принципе, хорошо. Да-да, они должны завалить, ну, я так думаю. Скоро, вот если еще самолет будет четвертого, будет вообще шикарно. Ну, в принципе, должны туда легко завалить, смотрите, все нормально, валим, это хорошо. Так, я, смотрите, что думаю. Надо еще, блин, диджей кто-нибудь поставит. Было бы круто. А я хочу рейнджера поставить вот сюда. Наверное, чуть-чуть попозже. Если бы, конечно, диджея сюда поставили, было бы шикарно. Я хочу вот все-таки сначала рейнджера поставить. Здесь потому что я думаю, что хватит уже пока ускорителя. Рейнджер может не справиться, ну, справиться точнее, помочь. Так, смотрим, что тут у нас пока происходит. Вот этого тоже, конечно, хочется прокачать. Так, этих завалили нормально пока. В принципе, тут пока вообще неплохо все происходит. Видите, как отлично. Палачи, не знаю, насколько здесь полезны. Ну, нет, так-то они вначале точно палачи полезны, 100%. Так, вот, уже, кстати, рейнджера поставили. Вот видите, вот этот чувак не пишет ничего, да? Я не вижу, чтобы он писал. И он играет нормально. Видите, как... Зависимость. Так, смотрите-ка, нормально рейнджеров у нас уже. А в принципе, смотрите, если рейнджеров поставили, тогда зачем мне ставить? Я тогда лучше вот так вот сделаю, правильно? Все, так тогда мы с вами и сделаем. То есть я лучше тогда внизу оборону усилю, раз они тут пошли. Диджей есть, это отлично. Шикарно, я уже начинаю радоваться нашей команде. Смотрите-ка, все, по верху стреляют, все отлично, по низу тоже есть. Пока все хорошо. Я командира. Может, кстати, давайте я прямо сейчас и поставлю командира. Сюда никак. О, они уже третьего уровня. Офигеть. Так, куда бы мне поставить командира? Там просто не хочу место занимать. Вот сюда бы, конечно, поместить. Ладно, давайте вот так хотя бы. Нет, придется вот сюда, похоже, ставить. Да. Ну, давайте хотя бы вот так. Так, еще немножечко. И будет буст уже. Буст пригодится. Все. Бустим. Все, смотри, как хорошо. Блин, круто, сразу до третьего уровня прокачал. Вообще молодец. Все, значит, беру свои слова обратно. Все хорошо. Даже если много пишут. Не, ну такое часто просто у меня бывает. Может быть, у вас по-другому. Так, здесь смотрите, что у нас. Пока все уничтожаем, вроде бы неплохо всех. Нужно теперь еще подождать и 8500, я думаю, накопить. Вот вообще шикарненько он будет. У меня вот до сюда прям доставать вообще будет супер. Давайте тоже разбрасываемся конфетками. Так, ну пока у меня 8500 не хватит. Пока ждем. Так, давайте вот так вот сделаем. Бустить будем с вами постоянно. Как только будет сейчас отдых небольшой, сразу еще.
Ну, точнее, как только у него тут появится все уже, можно сразу будет еще разочек бустить. Так, а что по уровню? Второй еще только уровень. Вот он там третий есть. Давай-давай, сейчас бустик. Оп, отлично. Оглушил как раз. Блин, ускорителя он оглушил как раз. Ладно, тут смотрите сколько. Ничего себе тут палачей. Сейчас уже зато будет 8500. Это уже будет получше. Он будет прям дамажить у меня хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. Копим. Давай, отличненько. Шикарно. Осталось забустить командиром. Вот так вот сделать. Все, смотрите, он тут один остался. И еще 27 секунд. Блин, пока мы хорошо идем. Прямо очень. Так, я, смотрите, могу вот сюда поставить, в принципе, еще командира. Но давайте-ка я лучше вот сюда вот ускорителя поставлю. Одного командира пока, я думаю, хватит. Пока никто места не занял, давайте я вот так сделаю. Так, что у нас тут? 5000. Нормально, рейнджеры. Все третьего, отличненько. Пока, смотрите, все хорошо. Так, смотрим здесь, что у нас еще есть. Вот так вот можно сделать. И еще вот так вот. Оп, готово. Теперь смотрите, ждем, 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 пока заводятся ускорители. Ну, давайте вот так, поехали. Все, вообще шикарно. Мы его просто разносим. Посмотрите, как круто. Завалили. Следующее тут, кстати, получается. О, давайте-ка я вот этого еще сделаю. Я же совсем забыл. Еще бы одного надо, конечно, поставить. Может быть, вот сюда даже. Чтобы замедлял. Давайте так и сделаем. Вот так вот сделаем. Все. Бустим. Так, немного промазал. Вот, турелька пошла. Нормально. Хотя бы турелька есть, это хорошо. Так, здесь надо еще 8500 на ускорителя. Но я так думаю, мне нужно лучше подождать. Или лучше мне вообще, знаете, что сделать? Давайте-ка я лучше командира поставлю. Давайте куда-нибудь вот сюда поставлю командира. Сразу на будущее. Нормально. И уже хотя бы в два командира буду бустить. Хотя так-то можно даже в три сразу. В принципе, ладно, пока нормально. Всех бустим, валим, красотища. Так, ну что, 8500 или подождать немножко. Немножко подождать, конечно, и 22 тысячи накопить. Но что-то как-то пока, я думаю, что нет, наверное. Хотя, да, пока легко справляемся. Давайте я подожду тогда. Вот так вот сделаем пока. Пока мы, да, всех валим, жду. Все-таки 22 может накоплю, будет вообще шикарно. Просто максимальный очень будет прям полезен. Ждем, как раз. Откадашится командир. Чуть-чуть еще ближе подпускаем. Пускаем ближе, ближе. Давай, давай, пошел буст. Хорошо, здесь завалили. Там еще куча всяких идут. Давайте еще бустанем. Здесь невидимки. Смотрите, как хорошо. Прям валим всех подряд. И, кстати, палачи нормально, в принципе, подходят. Давайте максимальный ускоритель. Здесь бустим. Максимальный прямо очень хорош. Прямо сильно-сильно помогает. Так, ну что, бустанем еще разок. Сейчас уже накоплю вот на этого 8500. Видите, там, ну, не у всех есть ускорители, поэтому мне нужно делать одних ускорителей, получается. Так, так, смотрим.
Нормальненько. Пони замедляются, но что-то как-то не особо замедляются. Слабовато, я бы сказал. Так, смотрите, что мы с вами делаем. Делаем вот так. И давайте делаем вот так вот. Ставим еще одного командира, 100%. Наверное, придется даже вот сюда ставить. Тут главное все есть, в принципе, турельки, все так. У нас, смотрите, 22 тысячи накопилось, еще один максимальный. Все, коней уничтожили, отличненько. Теперь бустим. Бустим без перерыва. Три командира очень сильно помогают. Один вылетел, серьезно. Только не это, блин. Один вылетел, это плохо. Давайте бустанем пока. Так, ну что, надо мне еще тогда ставить ускорителя. Давайте вот сюда. Кстати, у нас максимальный диджей. Это круто. Делаем вот так. Так, я так думаю, смотрите. Можно, наверное, прокачать уже немножко командиров на уровень. А, хотя нет. Есть вот так вот еще, смотрите. Нормально. Так, ну вот здесь более-менее сойдет, я думаю, ускоритель. Ну, такой не очень, конечно, супер, прямо шикарное место, но сойдет. Сейчас мы с вами сделаем вот так вот. И вот этого. Так, сюда никак. Ну, давайте вот сюда его сделаем. Бустим. Здесь получше местечко будет. Как на максимум прокачаю, он вообще будет хорошо все крыть. Так, не забывать, нужно бустить. Так, не могу попасть по командиру. Вот, пошел. Буст. Нормальненько, нормальненько. Один там со щитом что-то бежит с огромной скоростью. Так. Теперь вот этого еще прокачиваем. Да, он там почти все берет хорошо. Вот этот, кстати, тоже нормальненько стоит. В принципе, как вариант. Ну ладно, пока еще лучше вот сюда поставим. Нужно теперь сделать вот так вот. Хорошо. Бустим дальше. Ждем, ждем, ждем немножко. Так, смотрите, что. Давайте вот этого еще прокачаем, чтобы он как можно больше замедлял. Вот этого прокачаем на максимум. Здесь бустанем. Так, нормально. У него тут 30 тысяч кп. Так, смотрите, что делаем. Нужно все-таки сделать вот так, 100%. И теперь уже делать вот так. Нормально. Каждого командира теперь. Вот так вот. Чтобы он как можно больше людей бустил. Ничего себе, тут уже понавылезало. Так, теперь смотрите, что делаем. Еще вот этого разочек. Вот так и бустим. Нормально. Можно, в принципе, вот сюда даже поставить одного. Давайте вот так вот и бустим. Так, там уже вышла эта лунга. Так, ее там зарядили, все хорошо. Моя задача бустить. Давайте я, наверное, сделаю вот так вот. Не знаю, здесь достает. Да, достает. Теперь смотрите, что делаем. Вот так вот. Нормально, нормально, хорошо, что в нее не стрельнули, это хорошо, потому что в нее пока стрелять не надо. Ой, блин, о, нормально, да, хорошо получилось, все супер, буст идет. 55%, все отличненько, теперь смотрите, что делаем, вот это вот берем. Вот так, и вот так вот, давай. Стреляй, фу, я думала, она там что-то делает уже, показалось. Все, мы всех завалили. Пока нормальненько идем. Ну, вроде бы. Так, ну что, давайте ускорители еще ставить. Бустим. Хорошо, по ней выстрелили отлично. Давайте, забираем. Так, и вот эту. Все, супер. Чуваки знают, когда стрелять, это хорошо. Моя, значит, задача все уже. Моя задача чисто бустить. Давайте-ка вот так. Ускорители все. Рейнджеры.
Буст. Рейнджеры. Буст. Вот так и будем делать. Так, я тут, похоже, плохо поставил. Ладно, сойдет. Вот этого надо, это уже под конец. Для конца, что пригодился. Погодите-ка. Так, вертолет можно еще поставить. Теперь давайте вот так нормально оглушили. Так, собираем, чувак собрал. Еще одна. Собираем, нормально. Так, турельки, в принципе, кстати, очень хорошо помогают. У них радиус огромный, поэтому вообще супер. Теперь берем вот так вот. Оп. Я ставлю чисто вертолетов. Не знаю, куда, вот сюда. Сойдет. Так, а что там, нету этой штуки одной? Давай, стреляй. Блин, не успел. Ладно, сойдет, сойдет. Нормально, нормально. Жизни есть, хорошо. Так, у меня все уже на максимум. Ждем. Так, моя задача бустить. Моя задача бустить, и немножко нужно будет переставлять. 500 тысяч хп. Блин, так-то у нее пока дофига. Он же еще потом ускорится, она точнее. Так, смотрите, я знаю, что уже надо делать. Сейчас вот это вот буст сделаю последний. Мне же вот этих надо удалять. Бустим. Собираем вот эти штуки. Так, еще одну надо где-то собрать. Пока бустим. Так, все, уже сейчас точно максимум 20. Так, надо, знаете, что еще сделать? Одну штуку. Вот этих удаляем. Так, вот так вот, нормально, нормально. Давай, стреляй, стреляй. Блин, я не успел. Ладно, сойдет. Стреляем. А чё не стреляет? Пушка. А чё пушка не стреляет? Зависла. Чё такое? Надо её стрельнуть. Есть. Под самый конец. Чё такое? Почему он так не стрелял? Осталось чуть-чуть хп. Блин, она сейчас войдет, я думаю, да. Да, жесть вообще. Блин, как так? Ну, люди, у нас один вылетел, не забывайте. Это полнейшая жесть получается. Может быть, один был, и было бы уже попроще. Но, считайте, ускорителей ни у кого не было. Только у меня ускорители. Миниганы, это вообще тут полная фигня. Ну, турельки были, тоже, в принципе, помогали. Ну, и рейнджеры чуть-чуть. Рейнджеров, конечно, тоже больше надо. Так что, я считаю, хорошо дошли. Ну что, люди, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.